Це Bluetooth. По Bluetooth працює. Нажимаєш. Там отдав пример напарнику, він пішов сверлить, а я нажимаю. Він каже там, нажимаю. Делає чудеса. От не тільки Bluetooth колонки є, а Bluetooth перфоратори. Головне підключити уяву. Привіт, друзі! Сегодня покажу вам минималку, которая не минималка. Ну почему она не минималка? Да потому что там 6 отверстий по 3 разным диаметрам. 1 трехсотка, 3 сотки и 2 150-ки. На счастье это все в одном месте, поэтому мы можем условно назвать такой заказ минималка. Кстати, очень интересно, как наши коллеги называют такой заказ, 6 отверстий. Давайте смотреть видео и вы увидите, сколько времени у нас это заняло и как это выглядело. Поехали! Просверлить пару отворів. 2 150-х, 1 300-й і 3 сотих. І це все в одному місці. Це найзручніше те, що може бути. Подивимося, яка тут арміровка. Після арміровка слабенька, то я думаю, десь за півтори години. Друзья, старт работ 9.00, воду собирать нам не нужно было, это упрощает процедуру. Стадия работ такая, что можно без коллектора, без рециркулятора, без пылесоса. Самолета горючку, а у нас охлаждение, чтоб смазывало горючку. Нас також не йде. А якщо йде, то тугенько. Неприятно. Мои ребята очень любят, когда все отверстия в одном месте. Даже если это на высоте и с лесов, все равно это гораздо приятнее, чем пробежать 6 разных точек. Потому что на перебежке тратится гораздо больше времени, чем на саму работу. Хочешь попробовать сверлить? За роботу мені, будь ласка, премію. Робота була зроблена за півтори години. Де у тебе ніжна шкіра? Яка? Ніжна шкіра. Дуже. Як що? Ну точно як була малюка. Итак, фиксируем время финиша. 10.40, мы выезжаем из объекта. Само сверление заняло полтора часа, 10 минут мы собирались. Переезжаем на другой объект. Что хочется сказать по такому заказу? Трехсотка, сотка и 150-ка абсолютно три разных диаметра. Но все они сверлятся одной буровой машиной. Коронки при этом меняем, машинку немножко сдвигаем. Все происходит достаточно быстро. Никаких сложностей при этом нет. В принципе, этот заказ можно считать даже по прайсу.
несмотря на то, что количество отверстий меньше 10, но на самом деле такую работу удобно выполнять. И мне очень интересно, действительно, сколько другие ребята тратят на выполнение таких задач. Жду от вас комментариев. Если кто-то заказывал такие работы, вам тоже есть чем сравнить, обязательно напишите. И обязательно подписываемся на наш канал, подписываемся на наш второй канал, на котором мы показываем видео, абсолютно не связанные с работой, но тем не менее очень интересные. Ссылка внизу. Хорошего дня всем. Благодарю за просмотр. Пока.